Друзья, всем привет, с вами Антон, всем привет из Варшавы, я являюсь представителем компании HRON Group. Новый Свят, это самое красивое, наверное, и самое знаменитое место в Варшаве. Сегодня у нас в гостях Айнур. Айнур, привет. Добрый день. А мы полтора года назад, да? Да, конечно, полтора года назад. Да, полтора года назад мы впервые встретились с Айнур здесь. И вот сегодня мы записываем ролик. Скажи, пожалуйста, Айнур, сколько ты у нас здесь находишься? Какого ты города? Добрый день всем еще раз. Я уже нахожусь больше почти полтора года. Также я с Казахстана, с города Астаны. Здорово. Хорошо, тебе нравится здесь? Конечно. За полтора года успела привыкнуть? Да, очень сильно привязалась к этому городу. Вот. А по Польше путешествуешь? К сожалению, нет. Была только в Люблине. Планирую съездить в Гданьск. Да, съездишь, я уверен. Тем более, ты уже столько всего сделала. Хорошо. Где ты нас нашла? По Инстаграму. По Инстаграму. Написала нашему менеджеру. Да. Хорошо. И мы помогли тебе открыть визу. Да. Все, тут же отработала на складе, работаешь. А что у нас дальше? Вот что ты решила делать? Что надо делать? Я работала, думала и записалась на маникюрный курс. Прошла 3 месяца. Училась сколько? Быстро отучилась? Было сложно, конечно, первое время, но мне очень сильно нравится, поэтому быстро. Быстро отучилась, да? Хорошо, ты отучилась. Дальше я начала подрабатывать параллельно. И, ну, маникюром? Да. А то, может, еще куда-то пришла? Нет, начала подрабатывать, звать своих друзей сначала первое время, а потом уже нашла какую-то базу своих клиентов. И, давай, подожди, стой. А сколько у тебя вот, ну, по времени ты подрабатывала? Ну, то есть сейчас, и насколько я знаю, у тебя маникюр это основное, правильно? Да. Вот, сколько у нас времени прошло у тебя до того момента, как ты подрабатывала, ну, совмещала со складом? Со складом, на самом деле, я работала там 12 часов, но бывали выходные дни, тогда я подрабатывала. Хорошо. И вот сколько у тебя потребовалось на это времени? Как ты находила клиентов? Вот все это интересно нам, всем ребятам интересно. По Инстаграму, по Фейсбуку писала разные объявления и находила. Сколько времени прошло с того момента, как ты вот уже работаешь самостоятельно на маникюре? Ага. Прошло уже почти полгода, да? Хорошо. А позволяет, то есть тебе... Ты снимаешь квартиру? Да, снимаю квартиру. И работа теперь тебе сейчас спокойно позволяет снимать и квартиру, и существовать? Да. Конечно, приезжайте, не бойтесь каких-то там перемен в вашей жизни. Тут жить в Варшаве очень классно. Тут можно научиться всему. Научиться танцам, научиться там делать маникюр, открыть бизнес. Это все легко на самом деле. Просто единственное, что нельзя останавливать себя. Вот. Класс, я с тобой абсолютно согласен. Останавливаться действительно ни в чем не надо. И первое время тебе было, ну, тяжеловато или нормально сразу же? В принципе, нормально. То есть ты сразу же привыкла здесь? Да. А по дому не скучала? Скучаю, конечно. Да. Ну, к тебе уже, у тебя, ну, может, там брат, сестра есть? Да, есть брат, он собирается приехать в Варшаву. Ну, а так, уже приезжали к тебе в гости? Пока что нет, но я зову их, конечно. Уже скоро приедут? Да. Можно развиваться, самое главное. Да, друзья, Айнур все сказала, ждем вас в Польше, приезжайте к нам, у нас есть всегда очень много вакансий, хороших вакансий, как видите, вот на примере даже Айнур, вы можете приехать, поработать некоторое время, отучиться, вплоть, то есть потом открыть свой бизнес, здесь, в принципе, это все доступно, все есть, как видите, мы уже даже не один пример сняли, и это здорово, я очень рад за наших ребят, которых вот так вот все получилось. Друзья, всем пока, и ждем вас в Польше. Пока. Пока. Спасибо. Спасибо.